И всем привет, ребята, с вами я, Кент. И сегодня в этом видео я покажу вам необычный хороший лайфхак для большой игры, ну, для Brawl Stars. Вот, как видите, это событие прошло сегодня. И я вам покажу лайфхак, как сразу можно выиграть за мистера Пи. Ну, обязательно у вас должен быть гаджет на него, дополнительный носильщик должна быть у вас. Ну, она у меня есть, я его купил. Ну, или выбор, не знаю. Я это лайфхак только что узнал. Я был в шоке. Ну, вы сейчас увидите. Только надо сделать так, чтобы я был боссом. Хорошо? Все, и мы заходим в бою. В бой. Блин. Надо сделать так, чтобы я был боссом. Вторая попытка. А то первая попытка что-то не сработала. Да. Ребята, смотрите. Я только чтобы это узнал. Сейчас идем туда. Делаем гаджет. Сейчас сделаю так. И посмотрите, сколько жизни у пингвина. Смотрите, сколько у него очень много жизни. Ой, простите. Там еще пингвины. Смотрите, сколько у них жизни. Много. Это я лайфхаку только что узнал. Неужели? Я думаю, что этот баг точно пофиксят разработчики. То у пингвина вообще много жизни. Я в шоке прям. Это что лайфхак? Я только что узнал. Смотрите, он даже злой такой. Я знаю. У меня просто интернет немножко тупит. Вы посмотрите, сколько жизни моих пингвинов. Я просто могу туда отдохнуть, а мои пингвины вместо меня работают. Я в шоке. Даже Шелли сердится. Вот так они все пошли на меня. А где мой вот этот? Вот он. Там приглядится. Это лайфхак, как быстро выиграть за мистера Пи. Или не быстро, а просто так. Я точно думаю, что это лайфхак. Это баг точно пофиксят разработчики. Хотя пока что пойду отдохну. Или в кустике посижу. Да. Я не знаю просто. Это я только что узнал. Все, мы убили последнего. И, короче, мы выиграли. Я даже затимился. Очень странно. Вау, смотрите, выиграй бой за 8 раз за мистера Пи. Я даже не знал. Короче, я хотела вам это рассказать про этого лайфхака. Ладно, всем пока.